Ну и так, только что вы увидели игру Дмитрий Попов, Алексей Коханюк. Это был полуфинал. И на кону стояла путевка в Лондон. Ее завоевал, как вы видели, Дмитрий Попов. Дима, ну, во-первых, поздравляю. И два слова буквально о встрече. Насколько знаком для тебя был соперник твой, Алексей Коханюк? И каким образом ты строил свою подготовку к этой игре? Ну, Алексей, я знаю еще по позапрошлому году, когда проходил первый турнир Russian Open. Алексей тогда для всех неожиданно занял первое место. Ну, вот, я с ним встречался в полуфинале. Как сейчас помню, первую партию проиграл 11-0. Мы, по-моему, играли тогда до 11. Вот. И, в общем-то, он меня достаточно уверенно обыграл. Но я тогда все-таки не так еще хорошо был технически готов. Вот. В основном в защите только играл. Он меня просто в нападении переиграл. Вот. Но за эти два года я немножко прибавил.
Вот, в принципе, уже я так перед игрой понимал, как с ним играть. Он очень хорошо играет слева. Вот, очень плотные у него удары. Насколько я знаю, он в обычный настольный теннис играет антиспином. Антиспином, поэтому вот эта вот как бы ударная игра, она ему подходит. Вот. Ну и я как бы игру максимально в правый угол перевел. То есть старался только изредка играть влево, и то, если мне очень удобно, потому что я тоже неплохо владею ударом слева. Справа чуть-чуть у меня послабее, понадежнее, а слева я могу атаковать. Вот. Ну и я, в общем-то, в своем стиле играл, надежно держал мяч и какие-то мячи такими острыми уколами пробивал. Вот. Ну, в принципе, я также, кто меня знает, кто видел, как я играю в обычный настольный теннис, стиль игры примерно у меня такой же. То есть надежная игра из средней зоны. И вот параллельно мы все видели, и вы также это увидите. Шел второй полуфинал. Владислав Куценко, Дмитрий Бобров. Очень красивая игра. Победил Владислав Куценко. И два слова, Дим, буквально, каков твой баланс встреч с Владом Куценко? Поделись своим видением подготовки сейчас к финалу. Что ты можешь сказать? Ну, с Владом мы на официальных турнирах не играли, то есть ни в прошлом году на чемпионате мира, на отборочных соревнованиях на чемпионат мира не играли, ни в позапрошлом году. То есть мы с ним играли только на тренировках. Вот. Но немножко в его пользу баланс игр. Что скажешь по итогам этого полуфинала Куценко-Бобров? На твой взгляд, что явилось решающим ключевым фактором победы Куценко? Удалось наблюдать? Да, я смотрел, я быстро очень закончил, наблюдал со стороны. Вот, но козырь Влада – это мощная, напористая игра. Вот. Дмитрий же, он больше комбинационно играет. Вот. И в какие-то моменты, когда Влад много очень вел, он заигрывался, пытался быстрее выиграть очко. То есть лез на стол, а Дмитрий тоже в своем стиле играл вторым номером и собирал эти ошибки. Вот. Но и очень, конечно, Дмитрий Бобров очень хорошо видит стол. И даже несмотря на то, что он слишком активно не атакует, он играет хорошо по месту. Очень разнообразно. Вправо, влево, коротко. Поэтому с ним, чтобы его обыграть, нужно очень много терпеть. Ну что ж, Дим, спасибо. Мы желаем удачи вам обоим. Я надеюсь, просто будет очень красивая игра. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Спасибо. Будем стараться.